Задали, почему мужчины и женщины ругаются, или почему мужчины и женщины ссорятся? Что они хотят вообще? Что они хотят? Они все время друг другу доказывают, кто главный и так далее. Я хочу вам сказать, мужчина, женщины ругаются, чего хотят женщины, нужно сказать. Женщины хотят только одного. Если бы все мужчины приняли бы это для себя и в дальнейшем бы для себя это использовали, а я своих детей, мальчика, вот одного и второго, пытаюсь этому обучить, я говорю, что всегда знайте, что женщина хочет только одного. Женщина хочет только одного, чтобы мужчина, несмотря на свое настроение, несмотря на то, как он себя чувствует, ведет, и даже то, что видит, всегда восхищался красотой той женщины, на которую он смотрит. Это единственное, что хочет женщина. Если не восхищаться ее красотой, не надо ей говорить «люблю», нужно восхищаться ее красотой. Говорю, вот какие красивые волосы, какие красивые глазки, и ты сегодня особенно красивая, какая же ты красивая, особенная сейчас, и как же ты красиво лежишь, и как же ты красиво разговариваешь, такая ты у меня красивая. Если вас, ох, какая же ты особенная, и ты такая прекрасная, как весна, и такая весна, и ты в этой весне такая романтическая. То есть, если мужчина восхищается красотой женщины, ей больше ничего не нужно. Тогда можно петь песню «Был бы милый рядом, и больше ничего не надо». А мужчина, вы представляете, а мужчина хочет, чтобы восхищались его поступками. Ой, какой ты молодец, и принес денежки, и мы так ждали этих денежек, и ты такой молодец там поремонтировал, и мы так любим тебя за то, что ты такой вот молодец, и кушать ты вкусно нам приготовил, и там... Если женщина восхищается поступками, то мужчина восхищается красотой женщины. Если первое и второе имеется, эта семья будет всегда великолепной. Она будет всегда великолепной. Не надо даже дальше ковыряться, ни в чем причем. В случае, если использовать только эти два качества, которые очень уникальны и которые являются ключевыми для мужчины. Почему женщины изменяют? Потому что женщины находят таких мужчин, которые начинают восхищаться ими в интернете, по телефону, я не знаю, где-то на улице. Ой, женщина такая красивая. Я давно этого не слышала от своего мужа. И он восхищается мной. Вот это да, он так восхищается мной. Такая вот красивая. Да, да, ты такая красивая, красивая. Вы представляете, почему мужчины ищут что-то там? Ну, у мужчин есть еще проклятие оплодотворителя. О нем периодически говорю. Это некое проклятие оплодотворителя. Пока вот не оплодотворит какое-то количество, не остановится. Ну, говорят в народе, есть такие слова. Не нагулялся. По-русскому, на русском языке, не нагулялся человек. Вот нужно не торопить, наверное, чтобы нагулялся и потом наоплодотворял. Женщины с мужчинами очень по-разному выглядят или очень по-разному воспринимают мир. Мужчина воспринимает мир где-то как, допустим, если мужчина ругается, он в этот момент готов собраться, уйти, разорвать отношения, развестись. Если женщина ругается, то в этот момент она хочет сохранить семью, чтобы все поняли, что она ни в чем не виновата. Женщина ругается, извиняется. Мужчина ругается, обвиняет. Хоть мужчине кажется, что в тот момент, когда женщина ругается, обвиняет его, это не так. Женщины, когда они ругаются, спросите через 20 минут, о чем они ругались, они ни слова не вспомнят.